Рубцовскую идти под воду не должен. Для профилактики паводка в городе разработали специальные меры. О них на минувшей сессии заявили депутаты и подчеркнули. Самый главный пункт плана уже выполнен. Прочищен водоотводной канал в реку Алей. Напомним, что именно засоренный канал, полагают чиновники, стал причиной массовых потоплений крупного района Рубцовска весной прошлого года. Под воду ушли десятки частных домов и садоводческих участков. Сейчас канал длиной в 150 метров и шириной в 6 полностью вычищен. Воду из него спустили. Для нужд садоводства его наполнят ближе к лету. Для профилактики паводка чиновники разработали целое расписание. С 1 марта и с 1 сентября на несколько недель коммунальщики будут прикрывать сброс воды с реки Алей в старое русло. Затрудняют течение воды и железобетонные конструкции, оставшиеся от моста. Их планируют демонтировать. Скорее всего, это будет возможность проведения взрывных работ. То есть с целью вот раздробления вот этого бетона, то есть там лежат железобетонные плиты, то есть масса они порядка 16 тонн каждая. Плюс, то есть их засосало, то есть, ну, там тяжело будет их просто какой-либо техникой выдрать. Кроме того, коммунальщики проведут ревизию всех соединительных трубопроводов, определят их качество и, возможно, наметят план ремонта.